Ассаламу алейкум, я приветствую вас на зрителей канала Лайф Австрия ТВ. Сейчас мы находимся в Граце, в магазине Harley Davidson. И мы постараемся для вас сделать обзор мотоциклов, я сказал бы, легендарных мотоциклов, которые прославились на весь мир и красотой, и своей скоростью. Пройдем и посмотрим. Очень красивый матовый цвет, ну, передается мотор. Все, он какой-то, ну, просто прекрасный вид. Включайте режим Full HD, смотрите на эту красоту в Full HD режиме. Вот это я только что придумал ему название. Автомотоцикл, короче. Вроде это мотоцикл, вроде это автомобиль, короче, я не пойму, что это будет. Пройдемте внутрь, глянем сейчас. Вот сразу кидается такой мотоцикл. Вот обратите внимание, у них уже идет стереосистема, вот большие громадные колонки, и я думаю, они очень громко будут звенеть. Сильное звучание будет. И спереди. Спереди тоже, да, я не видел. А вот этот мотоцикл от компании Harley Davidson мне особо понравился. Баркачок, походу, есть очень большой. Смотри, багажник какой у него. Да, может, на цену посмотрим. Обратим внимание. Как вы можете наблюдать, прайс 41 760 евро.
много или мало, судить вам. Также Харли Дэвидсон не забыл о женской половине населения и делает соответственное для женщин оттенком разных таких эксклюзивных цветов мотоциклы, на которые вы можете сейчас обратить внимание. Но если вы сильно любите Харли Дэвидсона, то можете приобрести кожаное кресло в байке и продолжать смотреть свои любимые передачи по ТВ. Одно удовольствие. Thank you.
Сейчас я вам хочу показать один интересный байк из одного фильма. «Сыны анархии» назывался, вот он, вспомнил. «Сыны анархии» назывался фильм. И в этом фильме был вот этот байк. Ну не этот лично, конечно, а точно такой же байк был в этом фильме. А вот этот байк интересен тем, что в него можно погрузить много холодного лимонада и в жаркую погоду отправиться куда-нибудь на море в Италию. Ну, собственно, из Австрии. А вы уже куда хотите можете ехать. А теперь мы с вами посмотрим на байк, с которым я не могу разобраться. Это потомок Урала или все-таки Урал его потомок? Кто у кого скопировал? Я, конечно, могу ошибаться, но мне он очень напомнил мотоцикл Урал. Правда, с такой неординарной интересной будкой. Также Харли Дэвидсон не забыл и позаботился о байкерах, когда они едут на пикники. Вот такой гриль от компании Харли Дэвидсон. Можешь наблюдать. К сожалению, цена его не указана. Мы вам не можем сказать цену на этот гриль. Thank you.
Вот здесь мы сможем сейчас для вас пройтись и показать каждый мотоцикл индивидуально. На этом мы закончим наш ролик из магазина Harley Davidson. Понравилось, если оцените лайки, большая просьба. Минутки к нам проходит. Делайте маленькое вступление, 3-4 секунды всего вступления, и минут пускай уйдет ролик. На этом прощаюсь, всем пока, ассаламу алейкум.